Друзья, всем огромный привет! Сейчас сделаем шикарное тесто, универсальное тесто для фруктового и ягодного пирога. Для этого нам надо яйца разбить. У меня вот яйца крупные, 3 штучки. Сахар 100 грамм. Ванилин или сахар ванильный. Щепотка соли. И все размешиваем. Вливаем полстакана молока. Перемешиваем. 100 грамм сливочного масла. Муки беру 2 стакана. Я беру кукурузную. Она без глютена. 2 чайные ложки разрыхлителя. И размешиваем. Вот такое вот желтенькое, тянучее получилось тесто для пирогов. Пеките хоть с фруктами, хоть с ягодами. Вот, очень вкусно. И всегда получится. Тесто получается настолько быстро, что я уже сразу же включила духовку на 180 градусов. Форму смазываем растительным маслом или сливочным. Выкладываю сюда яблоки. У меня они были замороженные, я их разморозила. Яблок много. Вот, очень вкусно, нежно, сочно. На мелкие кусочки я не стала их крошить. Теперь выливаю сверху тесто. Тесто распределяю по яблокам. И вот так вот немножечко ложкой. Пирог убираю в духовку на минут 35-40. Смотрите по своей духовке, а готовность проверяйте шпажечкой или зубочисткой. Все, готово. На 180 градусов 35-40 минут. Ну вот и все, пирог готов. Все. Осталось только проверить зубочисткой. Все нормально. Остынет, можно резать и пить чай. Всех жду на новое видео. Всем пока-пока, мои хорошие.